Какие темы рассматривались на обучающих семинарах, тренингах, проходивших в рамках проекта «Мой дом» с 2021 года? Чему посвящен новый этап обучающей программы для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и ТСН? Какие темы будут рассматриваться на семинарах? И в чем польза нового приложения госуслуги «Дом»? Смотрите программу «Совет моего дома» 6 декабря в 19:30. Гости в студии Сергей Мухранов, заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ, Департамента городского хозяйства, экологии, администрации городского округа Самара, и Дмитрий Медведев, начальник отдела аналитики и дел производства Государственной жилищной инспекции Самарской области.